Сегодня утро. Туман. Ой, какие-то птицы сидят на проводах здоровые. Улетели. Вороны. 6 часов. Уже машины носятся. Всем с добрым утром. Вот, погода разгулялась. И надо мне сходить в магазин. Петухи орут. Пойдемте со мной прогуляемся. Мне надо с вами поговорить. Яблоки. А вон, видите, как виноград. Я вот тоже все хотела сделать так. Но как-то у меня так все и застопорилось. Груши, что ли, да? На таком маленьком дереве. А поговорить я вот о чем хотела. Вот продадим мы свои дома. Ну, пока, конечно, не особенно продается, но продадим же когда-нибудь. Надо нам переезжать. А вот куда переезжать? Мы обломали всю голову себе. О, насколько висит. Ну, однозначно, что нам надо в Россию. Это я абрикосы подбираю. Однозначно надо в Россию. И чтобы хотя бы недалеко была нормальная медицина. Причем не обычные поликлиники, а хорошая клиника какая-нибудь. Или институт. Какие цветы красивые. Вот все думали. Ну, вроде как решили в Питер. Ой, но организм прям сопротивляется. Опять этот климат мерзкий. Да и мы уже тут акклиматизировались. И от моря, ох, как не хочется уезжать. И вот мы так думаем, может быть, Сочи, Адлер. Но какие тоже цветочки. Но я в Сочи была 41 год назад при советской власти. Еще совсем молодой девушкой, можно сказать. А теперь-то все изменилось. Сын туда вот ездит отдыхать. Ему очень нравится. Ой, опять ветер. Колючка. А как цветет. А, так вот, о чем я. Сыну там нравится. Но вы же сами понимаете, отдыхать одно, а жить другое совсем. Ой, так, надо отдохнуть. Посидеть, а то что-то нога уже отказывается дальше идти. Какой у человека гараж. Все по полочкам. Ой, кто бы мне полочки сделал. Вот, а иду я вон тот желтый магазинчик. За что я его люблю. Там работают такие девчонки хорошие. Приветливые.
веселые. И сам хозяин Арам очень хороший человек, порядочный. И жена его. Да, 28 градусов, а время-то еще утро. Вот, иду я назад. Вот. Это же ведь какая-то акация. Такие стручки огромные. Прям, знаете, какие большущие. Весь. Вот у меня какая к вам просьба, мои дорогие. Если у вас есть какая-то информация, может быть, вы сами живете там в Сочи-Адлере. Может быть, ваши друзья или родственники. Если у вас есть информация, прям вот такая, что стоит туда ехать жить или не стоит, вы мне сообщите, пожалуйста. Причем не обязательно длинное письмо какое-то писать. Прям коротенечко. Потому что я смотрю на Ютубе, ну там или риэлторы, или как-то люди вот говорят, не складывается у меня картинка. А вот очень хочется узнать мнение простых людей, не богатых, которые живут там в дорогущих домах, а обычных людей. Мы как-то, мне кажется, лучше друг друга понимаем, простые люди. И желания у нас, в общем, схожи. Да и образ жизни тоже. Ой, какая жарища. Это вот еще нету 10 часов. 28 уже. Да, июль, август. Дают шороху. И что я еще хотела сказать? Опа! Падает. Отредактирует видео это. Выложит. Таким образом бабушка уже компоту поназакрывала. Вас уже у меня 162 человека. Я прям как вспомню, вот ровно 2 месяца назад мы вернулись из Мурманска. И было 25 подписчиков. 25 за 2 месяца. Уже 162. Вон, смотрите. Груши. Ой, чудесный, конечно, край. Крым. Столько всего. Я вот уже... Будет в августе 4 года. А я до сих пор привыкнуть не могу. Меня все умиляет. Я всему радуюсь. Или человек я просто такой. Вон они, кругом эти абрикосы. Никак, все меня радует. Радует, что зимой солнышко светит. И такие прям дни бывают теплые. Радует, что все растет. Цветет и благоухает. Вон какие маленькие. Ой, маленькие, но... Ну, много. Что это? Не знаю, сливы какие-то, что ли? Да, столько лет проживши на севере, видимо, никак и не нарадуюсь. Вон оно. А пока, мои дорогие,
Ой, сейчас дойду до дома и, наверное, лягу полежу. Да, Псюха? Устала. Ходить тяжело мне. А ехать на такси, знаете, чтобы купить пакет молока и сигарет, все-таки пенсии наши не позволяют. Вот какая красотень. Ой, целый куст. А я не знаю, что это. Клематис, что ли? Не, вот не знаю. Или что-то другое. Ну все, мои дорогие. Ой, вроде все сказала, что хотела. Пока.